Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это краткий ролик небольшого дополнения к гайду Геррера Завру The Isle of Rima. Будет полезен для новичков в игре в будущем, а именно скольжение. Молитвы разрабов были услышаны, и они их добавили. Собственно, Геррера может скользить по поверхности, спускаясь вниз с дерева или со скалы. Просто зажми Ctrl и скользи вниз. Вы можете спуститься как со скал, так и с любого дерева. При этом вы не будете тратить стамину. Пользуйся!